Правильная корова ест правильную еду. У нас еще тебе не накопилось органических никаких очисточек. Мы еще ничего не готовили ни разу. Саша пошел с другом пообщаться. А я схожу в магазинчик. Мне, правда, ничего не надо. Я так понимаю, все коровы днем с пляжа пошли на промысел. О, как они тут красиво, такой цветарник развели. Ванька мокрый, что ли? Похож, да? Я вот в этот магазин вообще иду. Раньше я всегда в него ходила. Надеюсь, что он открыт. Я пока обследую. Тут, видите, окрестности. У них мороженое было. Так, а я маску-то взяла. Я не знаю, насколько тут серьезно. Насколько вот это все серьезно. Говорю продавщице good morning. Она обернулась на часы и говорит good afternoon. Так, шампуньку мне надо. Ну, хотя бы такие пока что. А там посмотрим. Забыла, зачем вышла. Ну, надо же, а? Вот, может быть, вот такую штуку мы забыли. Вот такой есть. Ой, тут вообще какой-то он супер. Ну, ширина такая не очень большая. Так, вот это надо. Саша говорит, у нас в этих есть в нашем багаже. А когда мы еще до багажа доберемся? Мусорные мешки нужны. Я думала, что я привезла, но что-то не наблюдаю. 200 рублей. Children Bank of India, детский банк Индии. Это что это значит? Какие-то чашечки необычные. Здесь такие вот постоянно продают пикник, рыбка, туна, сардины. Так, мыло у нас есть. Мне очень понравилось детское мыло. Ну, Рин, как всегда. Рин я люблю. Я полы Рином мою. Это как белизна. Вот такое детское мыло мне нравится. Только арбузное. Хималая. Ну попробуй вот это. Это оливковое возьму. Ой, так вот. Какая штучка. Сейчас, сейчас. Я I will go. Я спросила ее об этих. Здесь, да? This? Кам-кам-кам? А, хорошо. Угу. Палочках ароматических. Мэра. Ну, надо попробовать. Начнем с этих. Розы на горбате. Жасмин. Так, цену ищу. Вот тут они в районе 15-16 рупий.
сандаловое дерево. В общем, всего возьму понемножку. Я больше всего люблю лаванду, но лаванды здесь нет. А вот, кстати, лаванды здесь, видимо, разные. Свастика. А, так, что такое 120-50? Сколько стоит все это? 50 рупий. Ну вот, если 6 разных надо взять, тогда я положу чампа, лаванда, цветочная, блэк, что-то такое, жасмин, сандал. Тогда сейчас я, значит, вот это возьму, остальное не возьму. Так, это оставлю. Так, свет постоянно отключают, кстати. Надо брать свечки. Здесь у них вот это вот свечки. 50 рупий. Чай. Red Label можно вот в таких купить. Можно вот в таких. И побольше. Вот в этих, смотрите, тут вот, ну, считается хорошими. Тут вот сколько еще добавок. 5 штук разных добавок. Наши многие их покупали. Вот еще такой вот золотой. Каких тут купить? Cinnamon powder. Это кориандр, да. Я привезла с собой. Разного. Даже вот такую вот соль и черный перец привезла. Это всяческие джемчики. Джемчики. Саша любит. Но это он пусть сам покупает. Так, масло он просил. Масло для волос. Хочет, чтобы я его массировала перед этим, перед океаном. Потом он пойдет в океан, потом он пойдет в душ. Какое масло лучше купить? Вообще кокосовым вот пользуются индийцы больше всего. Так, жасминовое и розовое, это что? Кокосовое. Масло же, да? А это миндаль. 3 в 1, да? Миндаль, амла. Камбуча. Это чайный гриб, кефир. Прям настоящий кефир. Мой любимый отдел с сырами, но сыр я уже сегодня купила. Что еще? Так, оливки. Ой, спагетти надо. Давайте-ка спросим, есть ли спагетти. Эта сторона со спагетти. Гоу-гоу-гоу, так. Все, стоп, да? Это спагетти. Угу. Спагетти. И потом цену рассмотрим. У них даже гречка есть. Вот террас. Жизнь-то налаживается. 300 рупий, но все равно. Главное, что она есть. 300 рублей. Сколько грамм? 0,5 килограмма, наверное. Да, 500 грамм. Представляете? Lotus seeds, лотосовые семена. 120 рупий, 40 грамм. Итальянские спагетти, они не дешевые. Я не вижу цены, но
рублей 200 минимум. Я еще люблю эти вот, вот эти вот пене. Пене люблю. Пинат баттер, масло арахисовое. Ого, какая большая баночка. Кило, наверное. Килограмм, 600 рупий. Да, килограмм. Нам надо ги. А есть и поменьше. Пинат баттер. Поменьше. 299-300. Разные. Вот такие. Вот это, наверное, шоколадные. Орешки, семечки всякие. Ги. 129 маленькая. Так. Амул пюрги. Чистое масло. 259. Я не знаю, какое вкуснее. Кеши 95. Маленькие. Вот такие вот маленькие. Вот такие побольше 200. Что это? Интересно. What is it? What is it? Типа майонеза, она сказала. Я, наверное, майонез сама сделаю. Вот они, майонезы. Но они здесь какие-то не такие, как я люблю. Вот. Майонез будем делать сами. Зонтики, если что, можно купить. 350. No, I will come in 1 minute. I did shopping. I spent almost 1,000. I will show you what I buy. Where are you now? Shopping near this ex-vegetable cafe. Near Arkan Bar shopping. I will come. Which cafe? Near Arkan Bar. Little bit farther. Arkan Bar, farther. Сейчас, I will come. Wait, 5 minutes. 1 minute. Я уже закончила шопиться. На 930 рупий нашопилась. И Саши звонит. Как-то он быстро управился. Ну ладно, сейчас, наверное, пойдем. Мне еще загрузить осталось. Я забыла. И что-то намонтировала новое. И что-то забыла загрузить, как оказалось. И, наверное, обедать мы тогда пойдем. Я думаю, он уже пообедал. Думаю, пообедал. А я буду обедать в, опять же, Лама Кришна Бейкере. У них прямо вообще просто интернет, который мне очень нравится. Не знаю, что пообедать, что пиццу или опять сок. У всех такие домики, они как бы под сдачу, с маленькими комнатками, с небольшими. Вот. И когда был туристический сезон, у Люси тоже постоянно какие-то приходили, уходили иностранцы. Но они ненадолго снимали там на пару дней. Муторное, наверное, это занятие, сдавать квартиры. Так, ну что, ты мне звонил, а дверь-то на замке. Ты не пришел, получается, еще.
Ну ладно. Теперь я тебе звонить буду. А, вместе пришли. С двух сторон. С двух сторон. Давай, Рэдди, кидай. Ну, пробуй. Ой, еще раз. Он хочет самореабилитироваться. Ну ладно, молодец. Я, говорит, сказал же тебе, что буду практиковаться. Да вытянул руки до самой веревки. Конечно. Спрактиковался. Да, в фотопарте-то в майке не походишь. In фотопарте you not walk in this dress code. Это говорит Гуа, здесь даже можно без рубашки, без майки. В этой майке алкоголички. Хиппи. Папа хиппи? Папа интернешнл. Это хиппи-сити, говорит. Я говорю, ты хиппи, что ли? I come from the moon. I go back to the moon. Нет, нет, next planet, next, next. Он говорит, я пришел с Луны, я вернусь на Луну, я свалился с Луны. Я говорю, нет, давай другую планету выберем. Луна – искусственный спутник, я так думаю. Зачем нам на искусственный спутник? Куда-нибудь на Венеру, Венус, окей? We will choose Venus. Or, да, или But что not еще? The sun, not the sun. Не на Солнце? Хорошо. Очень жарко. Очень жарко на солнце. Ладно. Ну, можно еще какую выбрать? Сириус. Плеяды. На Плеяды полететь можно. Куда, короче, направят? По вибрациям. Направо, направо. Направо, left. Направо, it's right, налево, left. Left is what? Налево. Налево. Лево. Лево, left. Право, right. Wait, wait, wait. Ждем, ждем, ждем. Аджа-аджа. Сейчас мы немножечко оклемаемся. И начнется у нас самостоятельное домашнее хозяйство. Сегодня буду уже даже готовить. Да. Ты меня оставляешь? Поросенок. Ладно. Сайрам. Здрасте. Hello. Can I eat something for lunch? What you have for lunch? Noodle or something? What? Да? Noodle? Momo noodle. А, momo? Which kind of momo you have? Spinach seeds, bean seeds, chicken. Не, не, chicken нет. Vegetarian. Ага. Ага, шпинат чиз. Угу, маму. Хорошо, отлично. А? Ну, maybe I don't know. Вот чай. Ага. Так, хорошо. Угу, сейчас. Спасибо большое. Как хорошо тут. А, как хорошо тусить в соседних кафе. Такое счастье. Я забыла свои наушники. Угу, thank you very much. Позвонила ему, а он в соседнем кафе болтает, а я в этом. Так, что заказать там? Так. Lemon tea, mint tea. Ну, наверное, еще можно даже сколько времени-то. Так, это по-русски, да, 11:28. А по-нашему, по-индийски, плюс 2.5 часа. Зеленый, что ли, чай? Наверное, зеленый надо чай заказать. Green tea. Или mint, или lemon. Разбегаются. Ginger, lemon, honey. Прям глаза разбежались. Thank you.
Очень вкусная маму. Это, знаете, какой я заказала? Шпинат чиз маму 140 рупий. Очень вкусно у них получается. Мне кажется, сыр у них из молока яка. Раньше, во всяком случае, так было. Но сейчас, может быть, и обычный сыр. Ой, а еще у них, смотрите, есть як, чиз, авокадо, тост. 170 рупий. Надо будет в следующий раз попробовать. Вообще что-нибудь с авокадо. Авокадо, чиз, грил, тост. Вот такой можно попробовать. 120 рупий. Загрузила только видео. Опять мне пришла жалоба, что авторский контент, все такое. Или вырезайте фрагмент, или убирайте музыку. Ну, пришлось вырезать немножко. Немножечко было там. Мальчик мне показывал свое видео. И в нем авторская музыка. Но он не загоняется. А я вот загоняюсь. He just came back from hospital. He went to everything fine. Report everything fine. Mm-hmm. Only they say his liver a little from because he sleep late in the night. Doctor told him drink a lot of water. Да, everybody have to drink lot of water. Как хорошо, удачно. Саша пришел, расплатился. Окей, go home. You can go to France. I'm just getting enjoying. Да, да. Tell them hello. Передай им привет. Я должна давай. Ага. I love you. Пока. I love you. Я хочу посидеть дома. Он любит поболтать. Они будут болтать, конечно же, на хинди. Я буду скучать. А я лучше время использую на монтаж. Или... Хай! Хай, кричат. Или вообще просто банально подрыхну. Вот очень вкусные такие мамушки вкусные. Что-то я не помню, заказывала когда-нибудь такие или нет. Очень понравились. А еще хорошая идея. Все оставить, кроме ключей, и пойти покупаться. Вообще красота. Много хороших идей, да? Поспать, покупаться, поработать. Ну, не знаю, что выбрать, не знаю прямо. Наверное, поработать, как дедушка Ленин. Ворона такая ходит, ищет. Может, чего Люси обронила. Вот это вот тоже, как бы, наверное, неплохой отель, не знаю. Но посетителей я в нем не вижу, ибо бассейна-то у него нету. Сейчас почему-то котируется с бассейнами отели. Лень до моря дойти.